И? Да, ребята, есть. У нас новенькие танчики, даже два. Ребята, всем привет, вы на канале Никита ТВ Геймс. Мы сегодня играем в Герант Гнутые Дула. Как вы знаете, у нас здесь где-то в аккаунте 5 танчиков открыто, поэтому я попробую сегодня выбить еще какой-нибудь новенький танчик. Сейчас я взял Зевса. Этот танчик был платным, мы его с вами купили, и он самый мощный. Если выбирать этот танчик, им проще всего играть, поэтому я взял танчик, плюс я к нему еще открыл усилитель, который увеличивает урон. То есть, смотрите, сразу нажимаю гаджет, сбрасываю себе усилитель, его беру, у меня урон в итоге становится почти в два раза больше. Сколько? Один выстрел, второй, плюс еще пару самонаводящихся ракеток, и все, и мы спокойно выносим. Так, и у меня, ребята, смотрите, 94-я победа. Сейчас будет, когда 95-я победа, мы с вами откроем. Вроде бы это эпический сундучок. Почему-то здесь в игре сундучки никак не отличаются по внешнему виду. Они все какие-то одинаковые. Но вроде, по-моему, это эпический. И я думаю, что нам сейчас как раз-таки повезет. И мы, в принципе, из этого эпического сундучка выбьем какой-нибудь новенький танчик. Потому что покупать их очень дорого. Они стоят почти по 1000. По 1000 этих гемасиков. А другие танчики даже еще и больше. Поэтому лучше, наверное, все-таки тратить гемасы на то, чтобы покупать, ребята, сундучки. Ну что, давайте, открываем. Открываем сундучок. Такс. И... Да, ребята, есть. У нас новенькие танчики, даже два. Странно, почему два танка? Ну давайте попробуем открыть эти карты. Что там за танчик нам выпал? Так, есть, ребята, у нас вафля. И давайте, наверное, удвоим наши награды. Так, награды я удвоил, посмотрел рекламку. Хорошо, у нас еще плюс 200 с чем-то кристаллов. Но второй танк, какой он? Нет, ребят, это какой-то глюк, по идее. Только что один танчик, но почему-то выпало две карточки. Странно. Ну, давайте перейдем в гараж, ребята, посмотрим. Может быть, в гараже у нас там появился какой-то новенький танчик. Так, переходим в гараж. Давайте, ребята, листаем. Эти танчики последние закрыты все. Идем прямо к вафле. Так, смотрим. Да, ребята, вафля и все. Тигр у нас уже был. И дальше дрэп. Все остальные танчики у нас были открыты до этого. Но получается только один танчик. Ну ладно, тогда что, начинаем, ребята? Начинаем тестить новенький танчик у нас в вафле. Штейн, видите, Штейн закрыт. Так, и мы вроде можем один сундучок открыть. Давайте с вами заберем его. Подождите, а где сундучок? Так, а вот он. Давайте, ребята, может что-нибудь для вафли нам будет выпадать? Нет, кольт М5 и немножко монет. Ладно. Так, ребята, берем вафлю. Сразу, наверное, покупаем скины. Опа, такой более темный скин. Синий скинчик. Ну, берем классику. Что у нас по бустерам? Бустеры, бустеры, бустеры. Ребята, все закрыты. Это очень плохо. Но, наверное, нам нужно сразу бустер. Щит. Щит откроем, потому что нас сразу вынесут. Лучше сразу потратить немножко гемасиков. Хорошо. Щит купили. Выбираем вафлю, ребята. Ну что, попробуем. Один против одного. Не знаю, танчик слабенький. Будем стараться. Стараться не слить сейчас тот весь рейтинг, который я заработал. Ну, либо будем просто гемасики тратить тогда. Так, погнали, пробуем. На Зевсе легко проходить. На вафле, думаю, будет сложно. Но у нас есть щит. Так, здесь тоже какие-то самонаводящиеся. Ага, тут какой-то типа пулеметчик. Пулеметик. Так, ой, какая дальность у него слабенькая. Ну-ка. О, попадание хорошее. Я уже щит, ребята, включаю. Что он взял? Что у него за... Что у него за гаджет там выпал? Давай быстрее, быстрее, быстрее. Нет, только не бери гаджет. Он подлечился. Нет. Вынесли. Да, он, по-моему, взял жизни какие-то. Минус 6 по рейтингу. Ух ты. Конечно, ребята, просадка. Просадка будет жестко. Так, ну давайте, тратим гемасики. Привык играть за Зевса. Зевс бьет очень далеко. Здесь же надо немножко подниматься. Так, хорошо стали. Отлично. Стоим. Стоим, нормально стоим, ребята. Все. Только его, короче, перестреляет. Я вроде быстрее перезаряжаюсь, да. Быстрее перезаряжаюсь, хорош. Хорош, первая победа. Первая победа новеньким танчиком. Так, нормально, идем дальше. У нас 100. Сотая победа, ребята, и нам плюс 30 тысяч подкинут. А когда 105, ребята, это плюс 700 гемасиков. Ну что, еще один бой. А потом попробуем режим 2 против 2. Так, здесь плохо, плохо стоять. Так, сюда. Мы против дрэба. Ну-ка. Фу, вроде стали нормально. Я щит, ребята, поставил себе.
Нормально, нормально. Хорош. И последний. Отлично. Короче, щит спасает ситуацию. Ну что, давайте поменяем режим. У нас какая 98-я, ребята, 98-я победа. Попробуем взять тип 2 против 2. А, ну и мы еще можем один ящик открыть. Мало ли карточки. О, плюс один кристалл. Это хорошо. И для челябинца выпадает. Но нет смысла вообще челябинцем играть. Давайте, ребята, онлайн 2 против 2. Ну что, попробуем? В паре. В паре сейчас кого-нибудь вынести. Я, походу, здесь так и остаюсь стоять. Выносим сначала первый танчик. Так, мой напарник очень быстро, ребята, выключается. Ну, хотя бы кого-нибудь нам выключить. Так, кого есть, первый танчик готов. И там тоже вафля стоит. Смотрите, ребята, тоже стоит вафля. Но мы чисто вдвоем сейчас его будем гасить. Я не достаю. Он отъехал. Что он взял за гаджет? Короче, прижимаем, ребята. Прижимаем этого чувачка. И я добиваю, отлично. Так, и нам еще одна победа. Сотую победу делаем и забираем 30 тысяч монеток. Ну что, попробуем. Попробуем сейчас этот бой не слить, как минимум. Я где-то далеко стал. Так, давайте занимаем позиции. Немножко регулируем дальность. Так, все, пошла, пошла жаришка, ребята. Сейчас первого чувачка вынесем. Первый есть, первый ушел, ребята, и второй. Ну, здесь нормально. Можно, в принципе, гаджет включить. Окей, ребята, отлично. Сотая победа. Сотая победа и плюс 30 тысяч. Плюс 30 тысяч монеток. Монетки пока коплю. Не знаю, потом что-нибудь будем дооткрывать. Смотрите, у меня уже получается в аккаунте 84 тысячи монет. Давайте еще один ящик забираем. Так, где Зевса щит? Что мы можем за эти монетки вообще покупать? Да ничего, я думаю. Я думаю, монетки мы не можем менять. Обменять кристаллы на монеты, видите? А монетки на кристаллы нельзя. Мне, в принципе, нужны кристаллы. Так, за кристаллы что мы можем? Прокачиваться, наверное, нет? Пока вообще мне ничего тут не выпадает ни по прокачкам. Либо мы за кристаллы что можем открывать? Открывать новые локации. Потом их пооткрываем, попроходим. Ну что, ребята, я думаю, на этом можно, в принципе, закончить. Новенький танчик мы открыли. Вафля. Знаете, мне вафля даже лучше понравился, чем тигр. Нормальный танчик, но я хочу открыть, ребята, Штейна. Т110Е3. Т35, 2500 стоит. Потом Штурм Тигр, ребята, 2800 стоит. И 3000 КВ2 улучшены. Ну, не знаю, где такие брать самоцветы. Так что будем, ребята, играть. Будем дальше как-то, наверное, все-таки из сундучков пробовать эти танчики выбить. На этом все, с вами был Никита. Подписывайтесь, до скорого, пока-пока.